Привет, друзья! Сегодня опять я с вами и вы со мной. Поработаем вместе. Сегодня маршрут такой: Аргеев, Бельцы, Дрокия, Сороки и Флорешты. Вот такие вот дела. И вот думаю, как лучше сделать. Мне бы идеально, конечно, было бы в Бельцах закончить рабочий день, потому что там розница и торопиться, в принципе, некуда. И работает до 6. Но другой минус, что есть метро Бельская, и там принимают до 3. И вот не знаю, как сделать лучше. Поехать в Аргеев, Флорешты, Сороки, Дрокия и в Бельцах закончить. Но есть риск, что я где-то задержусь и могу не успеть до 3 в Бельце. Блин. Дилемма. Ладно, сейчас что-то придумается, правильно? Как-то оно все решится. Время. Просто и время. Сколько там? 9:46. Время есть. Ладно. Первым делом едем сейчас на мойку. Я вчера не успел. Сегодня помою машину, потому что погода прекрасная, солнечная, прохладная, но это покамись. И дальше поедем, покатаемся с вами. Всем желаю приятного просмотра. А я на мойку. Город Аргеев. Но здесь быстренько, быстрая история. Но есть еще одно дело, но там пока не получается. Скоро покажу вам новый парк. Здесь строят Архиленд 2, можно так сказать. Рядом с Архилендом в парке строят там вообще масштабное что-то. Говорят, до 3 ноября, по-моему, что-то такое. Должно быть открытие. Или 5 ноября. Время 11:10. Что, придумать себе приключение на ровном месте? Рвануть быстренько Флорешты в Сороки и потом в Бельцы. До 3 надо обязательно. Просто хочу в Бельцах чуть задержаться. Так, там чисто, ты на красненькой подождешь. Есть у меня друзья в Бельцах, подписчики. Вот, может, с ними встречу сегодня. Ну, уже буду где-то в Сороках и напишу им, скажу. Если захотят, пускай подходят на площадь, там будет время у них. Одну ошибку я уже совершил. Взял свои бутылочки набрать воды в офисе и так и забыл их там на кухне. Ах, как неприятная эта ситуация.
кормить этих бутылочных магнатов, этот пластик разводить, пить эту воду их. Возьму себе какую-то сладенькую, наверное, водичку. Хоть не так обидно будет. Пить охота. Заезжаю в Пельван. Здесь стоит камера учета средней скорости. Ну, не знаю, насколько она работает. Вот одна здесь и одна вот через 300 метров. Здесь вкусные плаценды. Мне понравилось с мясом и с картошкой. Но с картошкой особенно какой-то вкус вот зашло. И есть еще одна кафешка, вот где любит пить кофе с пирожками наш общий друг Сергей. Вот она здесь. Но мне здесь, если честно, не понравилось. Сосиска в тесте была какая-то она беспонтовая. Ну, не то. Там мне больше понравилось. Вот вторая кафешка здесь. Но все равно самые вкусные плаценды это пиццерия. Как ее? Лалинуца называется. К сожалению, у нас здесь нету таких. Только в Ханчиаш ты когда едешь и в Анены. И может еще там где-то на юге. К сожалению, на север я не видел Лалинуца. За Сороками есть село Рубленица. Так там беспонтовые пирожки. Я взял, блин, и потом целый день была изжога. Там больше брать не буду и вам не советую. И дорого. 18 лей, я считаю, что дорого для полцены. Здесь, не помню сколько, 15, по-моему. Село Чишмя. Здесь регулярно полиция стоит. Вчера стояли. Сегодня пока никто не моргает, наверное, нету их. Нам бы поторопиться, конечно. Смотрим вдаль. Нету машины, все. Можно газу дать. Ну что, ребята, рискуем, да? Сейчас нас будет ждать 3 часа стресса. Решил я все-таки через Сороки, Флорешцы, Сороки, Дроки так проехать и в Бельце в конце. В общем, придумываю себе на ровном месте приключения. Фу. 11:30. Ну, по идее, должны успеть. Если нигде не будет задержек. Кто там меня хочет так сильно? Село Гандешт. Илюха, тебе привет. Твое родное село. Давай, приезжай поскорее. Устроим вечеринку. Время без 10:12. В хорошем темпе мы едем. Конечно, набираем себе минусов карму.
Но не будем об этом, да, не будем о превышении, о сплошной и так далее. Так я и не побывал ни разу на этом бассейне. Но дорого. Не помню сколько, но дорого. В Кишиневе дешевле есть бассейн. Сейчас нужно будет обогнать вот эту вот развалюху с дровами. Опа! Вот опасно. На даче, конечно, он рисковый парень. Ладно, я сейчас тоже буду обгонять, так что нечего смотреть. Скоро будет флорешты. Сейчас будет Гура Галбини, или как там она называется. Еще одно село, и на кругу сворачиваем и уезжаем в флорешты. Так, эта драндулетка тоже не спешит. Гура Каменчи. А, вот. Город Флорешты. Мы по объездной едем. Туда влево. Ой, извините, пожалуйста. Влево центр города. Здесь у нас одна заявочка. Сейчас ее скинем. Плохо, что начало первого, может быть, обед. Это будет плохо. Дорога плохая. Спасибо вам, милая женщина. Удалось ее убедить. Она как раз уже собиралась уходить. Говорю, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Приняла товар без проблем. Спасибо ей большое. Спасибо флорештам. Сэкономили мне минут 30 времени, это точно. Ну, на крайняк у меня был план Б. Вот и мы сейчас повернули направо, а если повернули бы налево, поехали бы в Бельце. Вот это был план Б. Если вдруг здесь была бы задержка, то рванули бы в Бельце, и потом из Бельца уже в Дрокию и в Сороки. Конечно, да, круг получается. Но это так, план Б. Слава богу, он не понадобился. Сейчас уже других планов Б нету. Вот. А ну-ка сейчас, ребят.
мне очень нравится эта дорога из Флореш в Сороки, но не по трассе, а вот по этой региональной дороге. Здесь есть пару сел, но это вообще не проблема. И дорога хорошая. В конце там есть участок уже, где чуть конченая. Ну, сейчас я вам покажу. Но до туда просто прекрасно. Трафика минимум, можно притопить. Короче, время 12:20. Идеально, если мы в час будем выезжать из Сорок. Это будет идеально. Но до Сорок надо еще доехать. 40 километров примерно. Вот такая вот здесь дорога, отличная. Кругом поля, леса и никого. Тэшка топит. Красиво, да? Да, я согласен с вами. Сейчас будет такой крутой спуск здесь. Ю-ху! Такие трамплины. Ой, бля, здесь еще хуже стало. Ну, я смотрю, здесь вот есть участки, отмеченные крестиками какими-то. Значит, в процессе проекта какого-то, может, отремонтирует участок. Будет здорово. Все, а дальше такая средняя паршивость. Ребята, вы себе не представляете, как я сильно хочу пить. Просто жесть. Но я пока не увижу себя в Бельцах, даже не буду нигде не запланировано останавливаться. Ю-ху! На горизонте город Сороки. Чисто здесь, чисто ставим вторую. Знак стоп, ладно. Пропустим его сегодня. О, яблочки валяются. А, вон тот грузовик теряет яблоки. Прицеп яблок. Блин, как хочу кушать. Хочу пить. Ну, паной, паной.
Сейчас заезжаем в город. Город Сороки. Сороковская крепость. Я не помню, какого числа она открывается после реставрации. То ли в конце октября, то ли в начале ноября. Да блин, что вам всем прям надо сейчас ехать. Спасибо Сорокам. Парниша, молодец. Что у тебя здесь? Да вот такая вот маленькая коробочка. Давай быстренько. Есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Все, счастливо. Время без пяти час. Но я еще не выехал из Сорок. Моя задача... Оп. До часу было выехать из Сорок. Ну, нормально. Так, что нам показывает навигатор? 86 километров, час 24 ехать, прибытие в 2:20. Но не забываем, что мы еще должны заехать в Дрокию. Это накинем еще минут 15-20. И на грани, на грани. Давай, школьник, блядь! А если еще будут попадаться вот такие вот тормоза, то вообще будет жопа. Ну типа 15 минут я так ставлю. 10 минут у меня в запасе типа есть. Не, так дело не пойдет, дружище, извини. Как ты едешь, что будешь ехать в следующий раз? Я просто очень сильно спешу. Вот. Тем более на зеленый успеваем, а это уже хорошо. Так бы плелись за школьниками, могли бы не успеть. И еще 2 минуты бы потеряли. Там у меня одна коробка перевернулась. Но ничего страшного. Там то, что не бьется. Ну что, маршрут быстрее на 14 минут. Не надо. Нет, сейчас через какие-то села, бля. Не нужно. Мы едем как едем. Мне через Дрокию надо, а он мне может показывать через какие-то села, но эти села нам не нужны. Еще один школьник, мать его. Ладно, прощайте, Сороки. До скорых встреч. Будет еще время, заедем обязательно. И погуляем. Посмотрим Сороковскую крепость, что там всю жизнь. Вот мы уже, блядь, 2 минуты потеряли.
Село Рубленица. Блин, еще вот эта вот шляпа впереди едет с мигалками. Надеюсь, она свернет куда-то в другое место. Ну, я так еду за ней. Все уступает ему дорогу, а я как-то за ним так пристроился и нормально еду. Сейчас вам покажу кафешку, где не стоит покупать плаценты. А что вы уступаете им дорогу этой полиции? Она же без мигалок, то есть в смысле без звукового сирены. Просто мигалки. Вы слышите? Не слышите. Вот здесь не покупайте никогда плаценты. Но если хотите заработать изжогу, то можете себе позволить такое удовольствие. А здесь вот тоже есть плаценты, но я не знаю, что здесь, я здесь не покупал. Блин, эта хрень походу едет Трокио. Ну, сейчас пройдя населенный пункт, и я смотрю, они вроде так сотку держат. Может их обогнать и уехать. Село Сгурица обогнало этих полицейских, они были не против. И сейчас вот здесь я всегда этот участок проезжаю по правилам. Помните, да, меня здесь штрафанули. Несмотря на то, что никто не моргает, я все равно еду. Где знает, лучше уже травма есть. Но вроде все чисто. Они вот здесь вот любители стоять. Все, можно притопить. Здесь развилка на Паланку, родное село, всегда проезжаю и сигналю. Родное село, здесь я провел детство, ну в смысле летом. Каждое лето я у бабушки, царствие небесное, тусили мы здесь компанией серьезной. Сейчас, к сожалению, уже все. Все бабушки умерли. Ребята не приезжают уже. Да и я не приезжаю. Так, на родительский день можем встретиться. Но очень редко бывает. Город Дрокия. Всем большой привет из Дроки, кто из Дрокиевского района. Я еду отвезти одну заявочку. Нам нужно к автовокзалу. Ладно, ребята, я выгружаюсь здесь, пообщаюсь
Надеюсь, ненадолго меня задержат. И дальше в путь. Город Бельце. Да все, ты не базаришь. Сейчас едем на объездную и в другой конец города, туда. Или как? Бля, или как лучше? Хрен поймешь, эти бельцы, блин. Так, если мы выезжаем на объездную. Здесь, как обычно, закрыто. И что нам это дает? Нам точно в центр сейчас не надо. Встрянем. Или нам нахер-то объездная не нужна? Алиса, метро Бельце. Сейчас найду. Да, маршрут. Прямо 6 километров. Ага, ну вот я правильно думал, по объездной. И с другой стороны. В смысле ушел? Что ты базаришь? Да, в принципе, так я думал. По объездной и с той, с другой стороны города заедем. Будет быстрее. Соглашусь с тобой, Алиса. Школьник, школьник, давай вали. А не, ребята, я ошибся. Не до объездной, а вот я проехался. Там сколько-то там проехался, и вот сворачиваю. Свернул, вернее, сюда куда-то. Навигатор вот показывает. И здесь этот круг. И повернем на кругу. Повернем. Где эта сторона? Лево. И повернем налево. И уже там будет метро. И да.
Да, потом поедем в центр. Там есть еще заявка в наш магазин Filter MD. Ну, вы знаете, сейчас там тележка, херешка. И нужно будет заехать в еще один магазин. Там, на, там написан адрес. И даже там решить какой-то вопрос. Но это не наш косяк, это... Мы просто... Да, заткнись, блядь. Мы просто вошли в положение и выручим их. Сейчас доедем до Бельцы. Давай уже едь, ё-моё, ну что ты как-то брынза. Могу сказать так, что я успел. Фу, ребятки, что вам сказать, я успел. Я успел, потому что ехал быстро. Если бы я в темпе 90-100 ехал с Кишинева вот такой вот круг, хера ли бы я успел. Фу. О, немножко выдохнуть, успокоиться. Что, аж ладошки вспотели. И что? Надо пообедать, пока здесь мы ждем документы, пока здесь регистрация, хуяция, пока здесь одно другое. Пообедаю и посмотрим, что дальше. Может, и дойдет наша очередь. Так, а это куда мне надо? Бельцы и номер телефона, да? Вот и вся информация. Ладно, разберемся. Отдыхаю. Ну, наконец-то. Выезжаю с метро. 3 часа 15 минут. Сейчас нам нужен адрес Стефан Чалмари 136. Ой, Стефан Чалмари просто 36. Так, вот решили еще одно дело в Бельцах. Сейчас едем на последнюю нашу выгрузку. Только здесь так будет сейчас сложно выезжать нам. Странный какой-то заезд и выезд через пешеходный переход. Как будто вообще не по правилам. Бля. Хорошо, а как нам выехать сейчас? Вообще куда ехать? Кто знает? Там прямо есть дорога? Эти машины же как-то заехали сюда. Правильно? Ну, там полицейский участок. Интересно, они грузанут нас, что мы здесь ездим? Они здесь ставят свои драндулетки, как им станет? Смотрим здесь. Ага, вот здесь нету знака запрещающего поворот налево. Значит, едем налево. Потому что там висел знак, что налево нельзя.
Так, там что-то идет, скорая какая-то. Пока стоим. Это пожарники. А здесь, если никто не уступит, то хрен мы выйдем отсюда. Ну что, Серега, ты там жаловался на кишиневский трафик. Что ваши бельские? Вежливый хоть один водитель? Есть вежливый здесь? Или только чисто в наглую вот так надо ехать? Вот так в наглую. Видишь, Серега у вас в бельцах тоже не очень-то доброжелательный водитель. А ты ругаешь наш Кишинев. В наглую надо выезжать. Иначе хрен кто пропустит. Ладно, едем на площадь, на последнюю выгрузку. Собор Святого Николая, город Бельцы. Время 5 часов 20 минут. Поехали домой. Спокойно выгрузился. Купил себе водички наконец-то. Встретился с подписчиком, другом своим. Пообщались. Ну и все. Спасибо. Теперь дорога домой. 2 часа по бетонке. Не спеша. Вот еще красный сейчас будет. Вау, вот это солнце. Давай встать. Блин, хотел под деревом остановиться, но... Ну ладно. О, отлично. Что я говорил? А, ну 2 часа спокойно по бетоночке. Никуда не торопясь. Сегодня мы исчерпали лимит. Буду ехать спокойненько, не нарушая. А вам, ребята, хочу сказать спасибо большое за просмотр. Спасибо за подписку, комментарий. И хочу сказать, до скорых встреч. Все, обнял. Обнял всех. Пока, ребят, пока. А то солнце в глаза бьет. Если солнце светит в левый глаз, значит, едем на Кавказ. Правильно? Если солнце светит в жопу, ну и дальше не знаю. Вау. Вот сейчас была Бавария. Блин. Ладно, все, всем пока.